Начнем с краткого комментария по матчу. Уступили Куньлуни, что не получилось? Ну, вышли играть не так, как должны играть. И с первого периода Ёж подтащил, дал нам шанс. Но, к сожалению, мы им не воспользовались и не смогли додавить соперника. Вы сказали, начали играть не так, как надо. А что же помешало играть так, как нужно? Ну, возможно, думали, что уже все, как бы всех можем обыграть без усилий каких-то. И, опять же, соперник нас на это наказал. Насколько такой опыт, хоть отрицательный, наоборот, помогает в следующий раз? Так, не то, что недооценки избежать, но относиться намного серьезнее к любому матчу, скажем так. Да, это очень хороший опыт, и вообще любой опыт – это очень хорошо, хоть положительный или негативный. Мы сделаем выводы и постараемся не допускать уже такого. Показалось, что вот вроде бы все усилия предпринимаются, чтобы гол забросить, и удаление зарабатывается, но последнего броска не хватало. Соперник здорово все-таки действовал против нас, или где-то везение, удача от нас отвернулась? Ну, соперник действовал достаточно плотно и не позволял бросать нам и именно из выгодных позиций, поэтому мы что-то пытались, но опять же, это все идет уже с начала матча пошло, то, что не в тот хоккей мы играли. Да, и все-таки как раз заканчивая большинством, я думаю, что многие будут писать и говорить активно про этот компонент. Почему не удалось все-таки на одну шайбу? Это ключевой момент, в принципе, можно было что-то в ходе матча решить. Сложно сказать, надеюсь, в следующих играх мы разберем все, исправим и будем забивать больше в большинстве.